Всем приветики, ребятки, с вами снова я, Аня, и это долгожданный конкурс на куклу. Да, я знаю, многие вы ждали. В общем, ребят, я у вас хотела бы спросить, что вам лучше, потому что я еще не знаю, на куклу или на вещи Monster High. В общем, смотрите, какой есть вариант. Есть вариант, вот такой вот пенал с МХ. Он абсолютно пустой, абсолютно чистенький. Вот, и тут даже можете снять. Так, дальше. Тут у нас... сейчас вот такая вот веревочка, связанная крючочком. Вот такие вот наклейки. Так, и сейчас я еще кое-что покажу. Так, или же вот так, ну еще вот такой вот браслетик к этому всему идет. То есть вот это все браслетик еще. Или же кукла. Такая вот кукла, но это Барби. Я знаю, это не Монстр Хай, так как Монстр Хай я обещала на 1000 подписчиков. Ну или же хотя бы на 500, у меня их пока что только 250. Такая вот Барбика, она абсолютно новая, абсолютно чистенькая. Вот. С хвостиком, в общем, в таком платьице. И к ней еще идет вот такая вот миленькая кофточка. То есть тоже на нее можно надеть. Так, и еще... К этому всему будет идти, покажу, какая штучка. Так, вот такая вот штучка еще ко всему этому. То есть вот такая вот веревочка. Так, извините. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите больше. Это вот, это или же... Вот это. Надеюсь, я все показала. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях. И давайте я перейду к правилам, чтобы сразу же... А, кстати, я еще чуть не забыла. Я сделаю Сигну с Эбби, победительница конкурса на Сигну. Так как она уже ждет, она меня уже спрашивает, я сказала ей, что будет в следующем видео. Так. В общем, сейчас, минутку. В общем, всегда упала. Вот. Поздравляю тебя с победой в нашем конкурсе. Победила. Молодец. В общем, все. Это была Сигна. Небольшая рекламная пауза, как бы. И теперь начинаем к... условиям конкурса. Их будет всего два. Нет, даже три. Два из них будут легких, а одно будет такое сложное. В общем, первое, это, конечно же, нужно подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписки я буду проверять очень-очень-очень строго. Второе, нужно поставить пальчик вверх этому видео. И третье, нужно прислать мне письмо или же посылочку, или же бандерольку. И этот конкурс будет называться так: самое лучшее письмо или самая лучшая посылочка. То есть все вот то, что мне больше всего понравится, то я как бы, ну, тому я и отдам первое место. Ну, всего будет одно, к сожалению, место пока что. Я, может, потом еще найду призов на два места, но пока что будет одно место. Вот. То есть вы мне их присылаете, не волнуйтесь, срок будет большой, то есть этот конкурс будет... Давайте, знаете, до 5 сентября. 5 сентября у меня день рождения. Я думаю, все письма и все посылки, если, например, вы очень из далекого города, не знаю, там, вот, из очень далекой страны, то все посылочки успеют дойти, я все успею прочитать, все успею сделать об этом видео и подведу как раз итоги конкурса. В общем, да, давайте 5 сентября. Как раз мне на него подарят деньги, монтрашек. Вот, я как раз тогда смогу вам отправить эту посылку. Так как пока что в ближайшее время у меня еще, ну, нет денег, чтобы отправить вам. Так что я решила до 5 сентября, чтобы вам всего-всего хватило и срока, и чтобы вы успели, не знаю, там, может, что-то докупить для посылочки, или для письма, или для бандерольки, или еще что-нибудь. В общем, участвуйте, пожалуйста, и когда на моем канале наберется...
1000 или может даже 500 подписчиков, я сделаю конкурс на куколку Monster High. Ну или же Ever After High, я посмотрю. Ну, наверное, на Monster High. Вот. И, в принципе, это были все условия. Так что вы можете присылать вот до 5 сентября, можете присылать мне их. То есть, у вас еще, вот этот месяц посчитаем, раз, два, три. У вас, в общем, у вас 3 месяца и 5 дней. Да, так как 5 сентября я, наверное, выложу итоги. Так для меня это очень счастливый день будет. Это будет мой день рождения. Вот, я этого дня очень жду. Так что в этих посылочках и письмах можете, ну и бандерольках тоже можете меня поздравить с днем рождения наступающим, который у меня будет через 3 месяца. Вот, так как я думаю, что пока они дойдут, у меня реально уже будет уже, ну, очень скоро день рождения, или же он уже наступит, ну, не знаю. В общем, все ваши письма и посылочки попадут обязательно в видео. Вот, на всех них я сниму видео. И что еще вот самое главное, то есть вы можете, ну, как бы прислать. И самое главное, то, что я вам на все посылочки, на все конвертики с вашими письмами, бандерольками, не знаю, отвечу. Вот, и, возможно, пришлю какие-то призы еще от себя. То есть, даже если вы не выиграете, вы поучаствуете, я вам пришлю призы поощрительные. Вот, так что участвуйте, я думаю, если наберется, ну, если не наберется нормальное количество участников, то есть наберется, если не наберется хотя бы, не знаю, 30 участников, то я, наверное, отменю конкурс. Так как посылочка будет стоить очень дорого у нас. Вот, тем более у нас все от веса зависит, и еще конверт, ну, еще упаковку нужно будет покупать. Вот, так что, пожалуйста, вот вам до 5 сентября есть срок. Можете присылать письма, посылочки. Вот. И, в общем, можете присылать мне подарки уже с днем рождения даже. Вот, и если вы, не знаю, пришлете мне супер огромную, ну, не знаю, не супер огромную, но, конечно, посылочку с подарком, который мне очень-очень понравится, то, возможно, я вам пришлю, может, даже, там, не знаю, тоже посылочку. Вот, вы можете мне присылать все, что угодно, не знаю, там, ну, к примеру, можете присылать любые, там, вещи, можете присылать, ну, к примеру, что-нибудь для монстряшек, какие-нибудь наклейки, монстряшек, что-нибудь. Можете даже, не знаю, если у вас, если вам же занравились куколки МХ, можете куколку мне прислать. В общем, что захотите. И та посылочка, которая мне, вот, я выберу, наверное, две посылочки, которые мне больше всего понравятся. За одну я вам отправлю вот эти вот призы, то есть самому победителю. А та посылочка, которая мне, ну, тоже очень понравится, или, может, даже письмо, я не знаю, если вы напишите очень хорошее письмо, или их даже отправите мне несколько, то, может, вы победите даже. Вот. Ну, или та посылочка, которая мне больше всего понравится. Вот. Тому человеку я отправлю тоже посылочку с призами от себя хорошими. И, наверное, там будет, может, этот пенал там, ну, или то, что вы выберете. В общем, всем спасибо за просмотр, ребят. Я надеюсь, вы захотите участвовать в моем конкурсе, так как, ну, пока что на моем канале только 250 подписчиков. Это очень-очень мало. Так как после того конкурса много человек подписывались, и тогда было 250, и сейчас 250. То есть не прибавилось, только отбавляются иногда. В общем, напоминаю вам правила. Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк этому видео. И третье условие, прислать мне, можете письмо, можете бандерольку, а можете посылочку. Вот. И можете докладывать все, что угодно, поздравлять меня с днем рождения, можете подарки с днем рождения там прислать, не знаю, что захотите. Вот, я каждому, на каждое письмо, на каждую посылочку все отвечу. Вот, то есть тоже вам пришлю ответ. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх этому видео, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, реально, ребята, вы поучаствуете, потому что мне кажется, что, не знаю,
наверное, никто участвовать не будет. Ну, может, два человека только будет. Ну, не знаю, потом, пожалуйста, поучаствуйте. Вот, потому что даже если вы не выиграете, я вам все равно пришлю какие-то призы себе. Вот, и самое главное то, что когда на моем канале наберется 1000 подписчиков, тогда я устрою конкурс на куколку Monster High. То есть это как бы конкурс до определенного срока, а на куколку Monster High, наверное, будет... Ну, я еще вообще все, не буду много болтать. Напоминаю призы. Можете выбрать или же такой приз себе. Вот. И, кстати, я недавно заметила, что у этих кукол Барби гнутся ноги в несколько сторон. Вот. То есть, тоже они хорошенькие. Ну, просто, не знаю, я не увлекаюсь Барби. И, кстати, с этой барбеки я вам еще пришлю, наверное, сапоги и кеды, если я их еще найду. Но какую-то одну пару обуви точно вам с ней пришлю. Ну, еще, может, одежды для нее пришлю. Вот, так что все, участвуйте и пишите, хотите вы вот эти вот призы, то есть за первое место, или же хотите вот эти вот призы за первое место. Так я уже сказала, допустим, к примеру, вы выбираете, не знаю, эти призы за первое место, то есть куклу, какую-то кофточку и верную штучку, то тогда это все останется для победителя первого места. А это для второго места, то есть та посылочка, которая мне будет нравиться или одинаково, или же, не надо, ну, может, немножечко поменьше, или, может, письмо. Вы можете писать сразу по несколько писем. Это будет огромный-огромный плюсик. Да. Вот, все, в принципе. Что вам еще хотела сказать? Я не помню. Все, ладно. Пишите, пожалуйста, в комментариях. А, вот. Первые 5 комментариев, которые напишут мне, что, ну, то есть вы пишите, что вы хотите. Вот. То есть вы можете писать там, ну, то есть первые 5 комментариев, которые будут. Я посмотрю, за кого больше, за что больше голосов. И напишу в комментариях, какой будет приз. То есть я напишу так. Или же кукла. То есть я не буду писать там кукла, вязаная штучка, кофточка. Я просто напишу кукла. Ну, то есть эти все призы будут, но просто так, чтобы в сокращении. Или же напишу пенал, или же, может, вещи МХ. Ну, так. Напишу, допустим, призом этого конкурса является такое-то, такое. Ну, в общем, поймете. Так что пишите, потому что 5 первых голосов будут решающими. Не забудьте, срок до 5 сентября 2015 года. Вы можете мне присылать письма, не знаю, что вы хотите. Можете присылать хоть несколько писем, хоть несколько посылочек. Это будет огромнейший плюс. Ну, в принципе, все. С вами была Аня. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Надеюсь, вы поучаствуете в этом конкурсе. Пока.